Блокирован. Подтвердить. Со всех у нас тоже русских со всех сторон пытаются. В Эстонии тоже русских со всех. Да блин, задолбали, реально. Блин, у меня сейчас зеленым. Вот сейчас зеленым горит. То есть это про историю надо учить. Со времен Суворова еще. У нас, ну, блин, что касательно войны, наверное, ни к одной стране в мире нету такого уважительного отношения, как к России, да. Что взять заложников, что фашистскую Германию, когда они напали на Советский Союз. Нет даже времени. Не говорите так, Альбина. Если будете говорить, что у вас нет времени, то оно у вас. Его у вас не будет вообще в прямом смысле, поэтому удержите язык свой от таких слов. Ну, их еще много, таких слов. Говорите, что вы ограничены во времени, а у вас нет времени такого. Такой формулировки не должно исходить от человека. Не отгоняйте счастье от себя. Не отгоняйте счастье от себя. Всегда смотрю на нас. Ну все. Леша самый яркий участник. Ну, не факт, конечно, но правда есть в ваших словах отчасти. Так, мне нужно быть счастливым. Всегда. Сейчас комментарии прочитаю. Так, Барзиков, так, вас махс духой ты ног. Ich hab Sport gemacht heute vor. Сегодня ничего не делаю, ну, хотя много что сделал. Два дела сделал. Важных, как я считаю. 33 человека. Опять, короче, у меня виснет, да? Интернет. Ты чего такой злой? Я не злой. Слово злость отсутствует в моем лексиконе. Ездил к косметологу, потом ходил на педикюр, ходил в ресторанчик покушать вкусненько. Ну так чисто радовал себя. Радовать хочу тебя сегодня, баба.
лайки. Что за предупреждение? Офигеть. Охренеть. Кто гонит, короче. Ребята, всем огромный привет. Света, приветик. Прикиньте, кто гонит? Предупреждение. А из-за чего? Табак стоит, а где табак? Может, это у меня? Не знаю я, что такое. Я не курил. Котенок, привет, всем огромный привет. Гонит? Да, ТикТок гонит, короче. И кто? Всем приветик, Владимир, саламчик. Ребята, всем огромный салам. Короче, я пойду в комнату себе сейчас. Всем привет, ребята. Приветик, ребята, делимся трансляцией. Делимся трансляцией. У меня 18 человек уже осталось. У меня просто виснет, пишут. А, ну надо это перезайти, наверное. Всем сейчас привет, я зайду в комнату. Салам, Вован, тетка, привет. Всем привет. Что, пиво надо? Что-то настроения нет. Надо что-то настроение поднимать, пацаны. Слушай, а ты настроение пивом поднимать? Нормально. Мне сегодня это рыбу коптил. Оба испытания совести. Перезайдите оба. Да-да-да. Сейчас мы доведем. Ой, испытание скорости. Да, это Адеев. Надо, наверное, перезайти нам обеим. Да. Обеим и обоим. Да, я сейчас включаю первый, чтобы ты свои видео не потерял. Три розы, ребят. Адеев, я отключаюсь, чтобы ты свои видео... розы! Давай я отключусь, ты не потеряешь вины. Подожди, нет, играй, играй. Две надо еще розы, ребят. Ну, играем, иди сюда, Пантера, всем привет, ребята, всем огромный саламчик. Ребята, у нас употребление показано. Одна роза. Веществ может быть опасно для вашего здоровья. Одну розу, ребят, кто-нибудь другой, киньте приз. Everybody tap to a creation. 10 секунд. Не, это надо. 10 секунд, 6 секунд, одну розу, кто-нибудь другой. Блядь, ну кто не кидал. Все, пиздец. Ну ладно, мы не прошли. Ну, ладно. Мы на выгорание играем. Ну да, все согласен. Ну ты можешь нам твои желания там озвучить? Ну, могу, отчасти, да. Ну как, не отчасти, все могу озвучить, конечно. Ну, озвучь нам очень интересно, что нас ожидает. Сейчас, сейчас. Всем приветик, ребят. Мы тоже не прошли, да-да, мы тоже не прошли. Люди, вы где? Да, надо перезайти, походу. Мы сейчас с Адеевым перезайдем. Привет всем, да. Татьяна, привет. Всем огромный привет. Мы сейчас перезайдем, Адеев посидит 5 минут, и я 5 минут посижу, и потом мы подключимся. Добрый вечер. Так, желание озвучить? Да, озвучивай и пока. Потом. Ну давай, минута есть, озвучивай. Давай. У меня их 15, короче. Так. Давай. Съесть половину картошки. Раз. Хорошо. Съесть чайный пакетик. Съесть чайный пакетик? Да. Вместе с этой... Нарисовать... Нет, без нее, просто пакетик, да. А нарисовать что? Усы и губы помадой. Одеть платье, блядь, какой-то дом. Нет, блядь, давай это, Адеев, тут мы сразу же делаем стоп. Я хотел тебе сказать, чулки и платья, и дамские вещи, давай. Не-не-не, просто, ну, это же прикол. Съесть пол лимона, угу. Понюхать перец немножко, выпить угу. 1 литр воды. В лесу родилась елочка, исполнить смешно, чужим голосом. В одежде встать под душ. Ой, спасибо, ангелочек. О. Встать на мостик. Ух, ебать. Адеев, пиздец. А. Съесть четвертинку лука. Ага. Написать на лбу «Я люблю дом 2». Оба-на, да, да. Сделать дырку в одежде. Майки там в любой штуке. Понял. Я опять проиграл, да? Одеть презерватив на голову. Ну, это жестко, но нормально. У меня тоже так. И бюстгальтер. Да? Или купальник, или бюстгальтер. 2 минуты.
Хорошо. Давай перезаходим. Все, я отключаюсь, мы перезаходим через... Давай, перезаходи, у меня нормально вроде все, не виснет. Давай, я всех вижу. Давайте. Скажите, у меня виснет или нет? Ну, я про эфир. Ну, про что? Потому что у тебя тоже надо перезайти. Нет, у меня не виснет, все, у меня нормально. Я вообще вижу себя идеально и слышу. Паркам. Ах, хрен там, да? Ну ладно, давайте я тоже перезайду тогда.